кстати, дают определенный запас и определенную надежду ее соперницам, прежде всего коллегам по команде. Да. Ну, на высочайшем уровне, да, поджимают японки, да, бывают какие-то срывы, который и произошел, в общем-то, на чемпионате России. Но мы знаем, как умеет Этери Георгиевна настраивать своих подопечных, как она умеет их подводить к важнейшим стартам. Да, компоненты великолепные, выше 9 баллов, все.